Всем привет, я доктор Евгений. Как избавиться от боли в плече, импичмент-синдром и все прочие? Показываю, смотрим. Распространенный диагноз – плечелопаточный периартрит, импичмент-синдром, да и просто боль в плече при отведении, при разгибании и так далее. Любые движения, которые могут создавать боль в плече, чаще всего создаются стабилизаторами плеча, именно самой головки плечевой. Это ротаторы, вращательные манжеты. Вот и показываю сейчас, как отработать триггеры и дисфункции в ротаторной манжете плеча. Смотрим. Начнем с надосной мышцы. Мышца находится над остью лопатки. Это вот эта косточка, вот она тут находится. И мы доходим до края лопатки. И с нее, если соскользнем вверх, вот прям видите, палец падает. Вот это вот как раз-таки ямка, где находится надосная мышца. Ее функция – это отведение плеча, она отводит ее. Вот здесь вот будет подсказочка про тестирование ротаторной манжеты плеча, как протестировать все мышцы. Так вот, чтобы понять, как устранять эти триггеры в мышце, нужно по всей длине мышцы пройтись. Поэтому мы с каждого участка ости соскальзываем и просто делаем легкие надавливающие движения. И там, где будет действительно болезненно, там будет прям ай-яй-яй. Вот это ай-яй-яй. Вот как раз-таки тут соединение ключицы с лопаткой. Это место называется акромиальный ключичный сустав. Вот если с него соскользнуть, как раз-таки дальше сюда на плечо уже скидывается эта мышца. Что мы делаем? Мы просим руку положить на колено, ладонью вверх, и постараться, не дергаться, расслабиться. И либо большим пальцем, либо костяшкой пальца мягко, то есть под контролем болевых ощущений, мы просто надавливаем в эту зону и делаем массажные движения. В каждой из болезненных зон. Если у вас их три, то каждую зону, все три точки мы должны отработать. То есть отработали, после этого, давайте прям постоим, немножко поработаем. Чуть-чуть помассируем. Боль должна как минимум в половину уйти, если она действительно поддается коррекции, то в течение 20-30, максимум 40 секунд боль станет меньше, под пальцем точка станет мягче. После этого мышцу немножко понагружаем. А теперь немножко поотводим мышцу для того, чтобы поднагрузить ее. Из этого положения поработай вверх-вниз. Отлично. Вверх-вниз. А теперь можно согнуть локоть и поотводить в сторону. Вверх и назад. Вверх и назад. Если была какая-то острая боль в плече, то она уже станет меньше. И каждое движение будет боль все уменьшать и уменьшать. Но желательно еще доработать остальные мышцы. Переходим к подосной мышце. Подосная мышца. Понятно, да? Под остью. Чего тут может быть непонятно? Вот она ось. Соскальзываем с нее. Опять же, вверх надосная, вниз подосная. Мышца, которая делает наружную ротацию, вращение назад. Сразу скажу, тут прям бывает больно-больно. Мы находим ось и находим внутренний край лопатки. То есть вот где лопатка у нас к позвоночнику, которая часть приходит. Это внутренний край ее. Вот. И прям под остью из внутреннего края мы заходим и прям встаем на место крепления подосной мышцы. Вы найдете такой как бы валик уплотнения. И по вот этой вот подосной ямке мы двигаемся и нащупываем больные точки. То есть плечо у нас уже ограничитель, дальше мы туда пройти не можем. Но как раз таки мышцы заходят таким образом на головку плеча. И каждую из этих точек мы надавили и постояли. Сразу показываю вам одну из легких фишечек, чтобы каждую точку не отрабатывать болезненную, мы можем в этом месте сделать просто укорочение мышцы, пассивно ее сжать до уменьшения болезненности и натяжения тканей. Что вы почувствуете? То есть надо взять кожу по внутреннему краю мышцы и по максимально наружному краю мышцы. И просто эти две точки соединить. Кожа вам даст определенный диапазон движения. Но если так, в таком ключе, то есть мышцу как бы ущипнуть и постоять также 20-30 секунд, постепенно вы почувствуете, как под рукой мышца расслабляется, и в конце концов окажется, что у вас пальцы соединяются друг с другом. Ткань расслабляется. Таким образом мы устраняем сразу все триггерные пункты в мышце, что дает вот это вот щипание, оно улучшает кровоток, оно устраняет растянутость мышцы и функционально ее
улучшает. Теперь мышцу нужно немножко подтренировать. Как это лучше всего сделать? Мы предплечье разворачиваем вверх в позицию супинации, прижимаем его к корпусу и делаем вот такие вот движения вовнутрь и наружу. Продолжайте. Угу. Мышца укоротилась, растянулась, укоротилась, растянулась. Вот так и делать надо после массажа. Далее, поехали. Теперь малая круглая мышца. Вот она сразу под подостной располагается. Поэтому, когда вы нашли внутренний край лопатки и ось, здесь вот будет подостная. А сразу ниже будет малая круглая. Слишком вниз не уходите, здесь большая круглая, она нам не нужна. Это не ротатор плеча, это не манжета плеча. Это ротатор, но не манжета. Уходим на малую круглую. И также пробиваем ее сканирующим массажным движением в сторону плеча. Дошли и нащупали самые больные точки. Здесь можно использовать ту же фишечку, ущипнуть мышцу и постоять на ней. Но можно еще одну использовать. Мышца также ротирует плечо, но не из позиции приведения, а из легкой позиции отведения. То есть удерживаем руку здесь, вот это ротирующее движение назад. То есть вот что она делает. И мы можем встать на одну из больных точек и попросить поделать движение вот это ротирующее назад. И главное, не соскальзывайте с нее. Таким образом, мы избавим мышцу не только от триггеров, но мы ее сразу же подтренируем. И еще, возможно, легкие спайки устраним, которые могут быть с подостной мышцей. Вот закончили. Потом легко доработали. Опять просканировали, нашли. Если есть, отработали локальные триггерные точки. Но опять же, чаще всего это по местам крепления у внутреннего угла лопатки. Каждый из них нужно отработать. Вот и все. Так мы устраняем дисфункцию в именно мышцах ротаторов плеча. У нас осталась еще одна, подлопаточная. Смотрим. А теперь подлопаточная мышца. Я ее не рисую, но зато покажу. Мы не лезем со спины, мы лезем спереди. Что делаем? Мы руку просто просим закинуть на противоположное плечо и расслабить. Расслабить, то есть он не должен ее держать. Теперь мы находим лопатку. Вот она, лопатка спереди. Вот она, вот. И задача нам либо большим пальцем, либо всеми пальцами подлезть как бы под лопатку, сделать вот это движение, нырок туда. Поэтому показываю, мы находим эту край лопатки, то есть вот они ребра у нас, здесь может быть щекотно, и сразу вот здесь вот она лопаточка, то есть не в подмышку, а как бы кзади. И немножко туда подлазим, делаем массаж выше немножко. Можно также это большим пальцем отработать, то есть вот таким вот образом. Главное добиться стойкого уменьшения болезненности в этом месте. И тогда она излечится, как минимум тонус свой поймает. Убираем руку. После этого мышцу опять же нужно поднагрузить. Что делает эта мышца? Она делает внутреннюю ротацию. Внутренняя ротация, следующая, мы отводим руку на 90 градусов, предплечье сгибаем в 90. Из этого положения просим просто повращать плечо вниз. Поработайте так несколько раз. То есть вот эти несколько движений, они как раз-таки запустят мышцу, дадут понять нервной системе, что с ней все нормально, и можно с ней дальше продолжать работать. А после этого оценивайте, как болит плечо или не болит. Пользуйтесь на здоровье. Ссылочки на тест ротаторов будут в описании. Там же есть ссылочка на донаты, кому полезно, можете немножко отблагодарить за видео и вообще за все, что полезно вам. Поэтому смотрим до конца, делимся. Пока-пока!